Всем здравствуйте. Вон мой ворон ходит. А пошел я с собаками. Грета, как обычно, свои дела. Чё это ищи? Что будет? Включусь. Ничего не будет, все равно включусь. Сейчас лед попробуем. Какой? Так-то снег подтаивает постоянно. У нас каждый день ночью примораживает, он туманище. Норка тут бегала. Нет, еще не держит. Угу. Нет. Не-а. Еще рано, да? Да, Шорох? Рано еще на лед выходить. Если только Грету спасать потом. Там уже какой-то ломаный есть. Че, видите? Сейчас тут подойдем. В кусту норка живет в одном. Посмотрим. Ворон думает, вдруг я за ним иду. Че, Шорох? Кого увидел? Танах, это свой зверь, ты че? Вот такая местность. Болотинка. Кустами. Ищите, 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 давайте. Может быть, кого-нибудь бы и нашли. Блин, ветки все мокрые после тумана. Чё, Шорох, кто тут был? Пастуха орлы, похоже, расклевали. Сожрали. Высота 1-2 метра. Вот такие вот дела у нас в лесу творятся. Именно что он с фуфайки-то вылез. Его вверх, наверное, утащили, где-то расклевали. Да? Снегу опять следышков не видать вроде. Вот норочка, норочка. Вот здесь вот. Вон там он. Собаки нюхаются. Поищи давай. Где она? Где этот зверь? Молодец, молодец. Кто? Ну-ка возьми, возьми, возьми. Шорох, чумазы, помогай давай. В эту сторону. Ну-ка.
Грета, засранка. Дай посмотрю. Давай. Молодец. Возьми. Кто там? Возьми. Дай помогу. Все, отходи. Иди в другое место сходи. Все, молодец. Да, сейчас если помогу. Они домой едут, пусть едут, потом подстригусь, некогда. Ладно. Нет. Ищите, давайте. Шорох, ну и кто там? Чё, Грета? Есть толк с него? Мы идем домой, да, собаки? Молодцы. Будем считать, что охота удалась. Енота хоть мы и не нашли. Но, ну, шорох. Неплохо поохотились. А, всем пока. Подойдите ко мне.